На перекрестке улиц Юрия Гагарина и Авроры планируют разбить новый сквер. Такое желание высказали местные жители. Пенсионер Лидия Кирова в теплые дни, независимо от времени года, любит гулять с подругами по центральным улицам Железнодорожного и Советского районов. Но есть одно «но». Во время променада негде отдохнуть. Если бы нам благоустроили это все здесь, сделали бы скамеечки, там, фонтаны, цветочки, чтобы было красиво, чтобы глаз радовал. Надо, чтобы поставили какие-нибудь урны красивые, подметать и облагораживать надо. Узнав о федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», активные местные жители решили принять в ней участие. Для этого создали свой дизайн-проект. Так пространство попало в шорт-лист рейтингового голосования. По проекту здесь предусмотрены две зеркальные зеленые зоны с пешеходными дорожками, фонарями, малыми архитектурными формами. Появятся новые деревья, кустарники, цветочные клумбы. Курировать проект согласилась Татьяна Танаева. Для нас программа КГС – это прекрасный и яркий показатель того, как реализуются национальные проекты и федеральные программы. И мы четко видим, что все эти программы не работали бы без людей, потому как только инициатива граждан поддерживается в рамках этой программы, и только благодаря людям и голосованию за общественное пространство наша территория сможет победить. Благодаря активности жителей будущий сквер на перекрестке Гагарина-Авроры попал в топ-19 общественных пространств, которые примут участие в голосовании за благоустройство. Высказать свое мнение по этому вопросу можно до 30 мая этого года на платформе 63.городсреда.ру и в общественных пунктах голосования. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для комплексного ремонта в следующем году.